посмотрите, выталкивают на вторую дорожку, выталкивают Борзаковского. Он тычет в спину практически Кипкетера. И вот здесь я даже не знаю, что ему советовать. Нужно подтягиваться, но еще бежать не на полную катушку. Метра 4 сейчас проигрывает Борзаковский. Перед ним и Саид Гуэрни, и Кипкетер. Все здесь. Ну что ж, 200 метров до финиша. Юрию нужно выходить. Видно, что Саид Гуэрни мешает ему. Саид Гуэрни останавливается. Вот здесь нужно уже обгонять и выходить на вторую дорожку. Здорово готов Кипкетер, и мы болеем за Юру Борзаковского. Юра, можешь! Можешь! Кипкетер неплохо бежит. Юра, надо еще чуть-чуть! Браво!